Страшные игры. Сегодня мы поговорим про одну игру, которая называется «Мистер Томатос». На первый взгляд эта игра кажется очень веселой, но это не просто игра, а целый вирус. Но перед этим давайте разберемся, что это за игра. В этой игре тебе нужно откармливать помидора, но нужно кормить его тем, что он захочет. Ты, главное, корми его полезными продуктами, и все будет хорошо. Но как только ты ошибешься, из этого добренького, милого помидора становится очень жуткий помидор. И вот в этот момент он уже не требует продукты питания, а требует что-то другое. Это будут руки, ноги, глаза и все остальное. Он превращается в зомби-людоеда. Также после этого он начинает с тобой разговаривать и начинает управлять твоим компьютером.